Также стало известно, что методам обучения тренировки национальных видов спорта уделяют в республике особое внимание. Сегодня состоялась презентация автономной некоммерческой организации Академии профессора Валерия Кочнева. Озвучено, что в 2006 году была открыта педагогическая мастерская, в течение 9 лет проделали работу по дополнительному образованию, научному подходу. Ну а созданная Академия придерживается тех же целей и задач. Это переподготовка специалистов, научная деятельность, также пересмотр методов обучения тренировки. Это вызвано тем, что национальные виды Якутии развиваются далеко за пределами республики и в каких-то аспектах уже идет отставание от соперников. И решено, что здесь нужны новаторские идеи, чеми будет вплотную заниматься Академия профессора Валерия Кочнева. Это организация, которая действительно будет повышать свою специальность, свою тренерскую и педагогическую деятельность. Так, те люди, которые, значит, давно уже закончили, так, и забыли, может быть, новую методику. Поэтому наша задача, потому что наши национальные виды спорта вышли за пределы нашей республики в международную арену.